Итак, всем привет. У нас сегодня распаковочка. Это такое зарядное устройство Сэндэм в оригинале 10 тысяч миллиампер. Вот. 4 вида зарядных шнурков внутри. Переверни. Вот. Вот такие шнурки. Ага, и вот такой LED-экран у него. Ага. Все, старт. Ехал. Открываем. Такая оригинальная пленочка у него. Угу. Что там? Была, выкину, сам тебе. Угу. Такая упаковка у него. Ну-ка, открываем, что там. Ну, есть шнурочек, чтобы носить вот для удобства. Да, так, инструкция есть. Так, и переверни, что ты. Угу. На китайском языке. И 4 разъема. Ну что, стартуй. Ага. Открываем. Давай, сначала iPhone. Сначала iPhone. Его включить же надо, кнопку включения. О, ага, он заряжен. Вот, 100%. Так, давайте в iPhone вот. Ну. Что там? Ничего. Ну, как посмотреть, Леха, зарядку? Сверху. Что? Во время видео, наверное. А, нет, вот что здесь. Это? Вот 68% поперла зарядка. Так, давай, отключаем. Аккуратно. И теперь давай. Пепси. Втыкай сюда, сюда втыкай. Вот. Вот, вот твой. Вот, пойдет. Зачем нам этот экран нужен? И сверни экран. Вот зарядочка поперла. Такая тема, ребята. Отключай. Не рви за шнур, за этот тизин. Порвешь шнур же сразу. О, это микро USB. Так, и? Ленин, давай микро USB. В общем, вот такая прелесть. Микро USB. Да, не обязательно уже микро. Не дергай, сынок. Разъемы покажи. Сбоку разъемы. Нет, кнопка питания. Да это зарядка. Вот, Type-C есть такие разъемы, ребята. Потом верхнюю часть покажи. Вот здесь что у нас? Фонарик, по-моему, да? Фонарик? Да, фонарик. Вот, LED. Так, и переверни еще. И есть USB стандарт. Вот. То есть у него функционал большой, ребята. А с той стороны здесь кнопка включения. Вот такой товар, ребята. Если хотите, мы можем вам продать по 7000 тенге. Всем добро пожаловать к нам в магазин.